подсветки. Вот есть только у Максклада и у подделок. У китайских. Но вот это лучший расцвет. Вот реально, вот в этой расцветке, в любом размере, в любом цвете, шакаловский воблер, ну кроме Максклада. Максклад просто все чешет. А берешь воблер, который не работает, в этой расцветке работает. Вот так, берем, делаем первый заброс. Их. Плавающий. Ты что, оторвал? Порвался. Поводок? Поводок сломался. Он суспендер. Надо смотреть. Но зато предисловие какая была. Сука, моя любимая. Такого больше нет. Поводок говно. Самый лучший воблер оторвал. Не знаю, что теперь ловить. Хотел в туре на него половить. Да я сейчас что-нибудь поставлю, блин. Какую-нибудь джишку, что ли. Где такой воблер теперь возьму? На! О! Понял, Артур! Мой любимый! Влупим в туре на него! Самую большую рыбу! Вообще лучший цвет! Идеальный просто! Еще лучше, Макс, чем был. Спасибо тебе, дружище! Даже интереснее, чем был. Ничего себе, джигу! Уберем. Поставим сейчас воблер. Ты понял? Шикарный. Джекал. Это воблер Джекал. Это